Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Колян Дид. Короче, Колян Сундук, можно так сказать, пока что. Как вы уже поняли, мы сегодня с вами покрутим релайки. Их штук у меня где-то 30. Ну, в прошлый раз, когда я перековывал, у меня их... Ну, честно скажу, я 6 штук открыл уже. Ничего нормального не выпало. Осталось 30 штук, даже посчитаем так. 9, 18... 24, 30, да, 30 штук у меня, ровно 30 релаек, ребят, и я надеюсь, что мне выпадет аркана, очень надеюсь, давайте приступим, начнем со самой первой, примените. Добро пожаловать к ледяному колесу случайных наград. Очень интересно, что из этого получится, что-то получится нам годное выйти или нет. Мне уже падал аркана, честно скажу, вот, набор на ВК, говно. Вот и сидела бы. Спасибо. В нем дальше. Лина! Спасибо. Ни один вард не видел победы. Так, дальше погнали. Сегодня точно твой счастливый аркана, день. Возможно, попадет, но там шанс очень маленький, ребят. Поэтому я не знаю. И у нас да что ж такое, падает сильно. Вот нормальный день. Набор выпал. Ни один вард не видел рублей победы 50 стоит. Примерно. Что ж такое, падает сильно. Извиняюсь. А рядом просто белье висит, сушится. Поэтому падает постоянно вот так вот. Так, запись идет, отлично. Сейчас просто я проверяю, ребят. Может быть баг, что не сработала кнопка. Погнали, 28 штук релайв, ребят. Чисто сегодня выпуск по релайку. Эй, моя очередь. Контент по релайку. И у нас выпадает... Набор. Что? Набор колесо это хорошо. Сломалось? Ух ты! Но лучше, если сокровищницы падают. Тяни рычаг, поиграй. Ну давай, ревайка. Давай аркана, пожалуйста. А поселение нельзя было? Очень хочу ревайку, аркан. Колесо замерзло. Быстро, будто мой родной ледник. Сокровищница вот это хорошо. Бы в нем дальше. Ее можно нормально продать. Погнали дальше. В конце посмотрим, что нам выпало в итоге. И что тут сложного? Шанс на аркану очень маленький. Быстро, ребят. Будто мой прям родной супер маленький. Ледник. Блин, ну что ж ты вот до сокровищницы не докрутил. Да. Лина! Очень маленький, поэтому... Сегодня вас ждут обморозительные. Будем надеяться. Призы. Такого вы еще не видали. Будем надеяться, что нам выпадет аркан. Эй, как будто я в этом виновата. Выпадает. Что, падает? Набор. Рядом с 20. Ух ты! Так, выпал нам набор. Дальше. Крутим, крутим. Представляю вам ледяное колесо. Ты его из картона склеил? Знаю, есть смысл вот это вот, типа, сильнее, слабее рычаг. Давай крутить колесо. Эй, моя очередь. Не знаю. Вот там что-то крутое. И у нас выпадает... Опять набор. Что? Наборы в основном колесо падают. Сломалось? Победа! Вот чего бы точно я не хотел, это либо курьера, либо какой-то там комментатор. Самое главное. Наверное, ну, во-первых, нельзя продать, замерзло. Ничего с ним сделать. Быстро, будто мой родной набор. Ледник. Причем вот самый говняный за 1 рубль. Лина, вроде. Получилось! Добро пожаловать к нашему колесу гарантированно случайных наград. Наверное, колесо замерзло. И у нас выпадает... Что, падает? Нормально, где? Сокровище. Ни один вард не видел победы столь славной. Представляю вам ледяное колесо. А посильнее нельзя было? Наверное, колесо замерзло. Быстро, будто мой родной ледник. Вот говно выпал, курьер. Вот и сидела бы в нем дальше. Лина! Ух ты! Так, дальше. Тихо-тихо-тихо, покой удалить. Ты чё? Чуть не нажал на удалить. Добро пожаловать к колесу зимних подарков. Хоть зима и прошла. Давай крутить колесо. Эй, моя очередь. И у нас выпадает... Набор. Что, кстати, нормальный падает? Набор выпал. Где? Победа! Отлично. Осталось, сейчас посчитаем. 9, 18, 19 этих... Добро пожаловать к нашему колесу гарантированно случайных наград. 19, давай уровень. Дай хоть раз уровень. Мне никогда уровень не попал. Я очень хочу, чтобы выпали уровни. И у нас выпадает...
Вот. Что падает? Где? Ух ты! Мификал неплохой набор, в принципе. Сегодня вас ждут обморозительные призы. Давай крутить колеса. Давай, 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 давай. Пожалуйста, аркану, 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 аркану. Быстро, будто мой родной ледник. Вот и зашел, да зашел. Габен, ну давай. Ё-моё, 17 штук осталось. Дай аркану, Габен. Изобретать колесо, если его нужно. Вот прям супер медленно, давай. Кстати говоря, это колесо я изобрела лично. Быстро, будто мой родной ледник. Вот и сидела бы в нем. Параша. Лина. Добро пожаловать к колесу случайных наград. Плиз, Губен, дай уркан. Хоть натычься, я буду рад. Для контента, пожалуйста. Аркан, 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 аркан. И у нас выпадает. Что, падает? Набор. Где? Мороз по коже. Давай, аркан. Тебя ждет вихрь наград. Я уже заебался крутить, дай аркану, 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 Габен, дай аркану. Эй, как будто я в этом виновата. Быстро, будто мой родной ледник. Вот набор, вот набор вот эти вот, которые с загрузочным экраном, они подороже, блядь, это наград. Хорошо, то есть, не в полном, блядь, не полная параша, как говорят. У тебя не бывает дежавю? Не бывает. Ты же это уже спрашивала. И у нас выпадает... Что, падает? Где? Какая удача? Какая говна? Подходи, лучшее развлечение ледяных пустошей. Гача. И, похоже, единственное. Такого вы еще не видали. Особенно, если выросли в какой-нибудь тундре. Эй, как будто дай я аркану, в этом виновата. Сука. И у нас выпадает... Там, блин, на детство. Что? На детство я бы хотел колесо бы себе аркану. Колесо сломалось? Добро пожаловать. Ну, кстати, вот самая дорогая, это будет легионка. Давай, я, кстати, Буджа ни разу не видел в аркану. Эй, моя очередь. Быстро, Габен, ебать, что это было? Вы видели? Вот бы блять, я думаю, арканы на... сейчас выпадет. И у нас выпадает. Что, падает? Где? Давай закончим уже. Добро пожаловать к нашему колесу. Гарантированно случайно. Что ты нафиг, колесо? Не загадок, не даешь арканы. А мне нравится. Должна раздавать их, как я не знаю кто. И у нас выпадает. Ну, сокровищница, что? Да. Колесо сломалось? Ни один вард не видел победы столь славной. Ты параши не кидаешь, дорогая. Что ты мне говоришь, что ты полную хрень не кидаешь? Я хочу аркану, а ты мне, блин, говно всякое даешь. Сокровищницу. Нормально. Кстати, на сокровищницу самый маленький, по-моему. Ой, на уровне боевого пропуска самый маленький шанс. На сокровищницу, по-моему, 5%. Сегодня вас ждут обморозительные призы. Нужно просто крутить колесо. Ни загадок, ни задачек. А мне нравится. Габен, поделись арканом. Быстро, будто мой родной ледник. Вот и сидела бы в нем дальше. Лина. Мороз по коже. Очки вообще не падают. Я не знаю, что случилось. Ни разу, ребят. Я уже столько этих релайков открыл. Мне очки никогда. Вот аркана упала, а очки не падают. И у нас выпадает. На улице, кстати, нормально. Где? Давай закончим уже. Главное, что не курьер. С курьеров вообще ничего нельзя получить. Продать они не продаются. Моя очередь. Полное дерьмо. Сокров... Ебать, Мортал почти. Где? Какая удача? Подходи, лучше гача. Развлечение ледяных гача. Пустошей. Давай крутить колесо. Всякую хуйню несу, реально. Ну, бля, ну дай, Арка. Дай, Габен. Что в самом деле? Такой жадный. Не будь жадным, Габен. И у нас выпадает. Что, падает? Где? Все здорово. Пять релайчик. Давай. Габенушка, ну дай, Арка. Габен. Габен, плиз, плиз, Аркана. И у нас выпадает. Гуча Лина падает. Падает? Где? Классно. В общем, самое интересное, наборы падают. Типа. Постоянно. Нужно просто крутить колесо. Не короче, загадок, я понял, задачек, что нет смысла а вот этого. Типа, тяните слабее, тяните выпадает. Легче. Что? Вообще без разницы. Колесо сломалось? От этого не победа! Зависит. Не зазнавайся. В этой игре три релайки, ребят. Просто, блядь, понимать его релайки. Нужно просто крутить колесо. Ни загадок, ни задачек. Ебан. А мне нравится. Мне нравится, быстро, да? Будто мой а мне не нравится. Вот, кстати, сет хороший. Вот и сидела бы в нем вот дальше. Дорогой сет, Лина, да. Какая удача. Тянем за рычаг, получаем награду. Давай, давай, аркан. Нужно просто крутить колесо. Давай, загадок, давай на последний или на этой, а мне аркан. Нравится.
давай. Удачи на мне. Быстро, будто ебать, вы это видели? Вот я уже все думал, сейчас аркана, ебать. Не, хуй там. Давай, супер макс. Аркана в наш карман. Быстро, будто мой родной ледник. Спасибо. Вот сидела бы в нем дальше. Ну вот и все, ребят. Все ревающие у нас улетели, все 30. О, 31 штука. Смотрите, причем три одинаковых сокровищницы. Вот такая хуйта выпала. Че еще? И вот столько говна мне выпало. Вот это нормально, это нормально, это нормально. Вот, короче, все, что с картинками, они нормальные. Все остальные сеты, они просто, блядь, ну, полная хуета. Полная, блядь. Вот это вот сколько стоит, может? Регули. А, кстати, сет папич, ну, по-моему, 3 рубля всего. Ну, в общем, такое говно. Ой. Мне там писали, короче, ребят, в ВК, типа, когда розыгрыш. Будет розыгрыш обязательно, я сделаю розыгрыш. Но чуть позже, поэтому вот так. И у нас ждут третьи сокровищницы. Конечно, их не так много, как вторых и первых, но достаточно. У кого-то вообще их штук 10 всего. А вот у меня, блядь, за 2300 уровень. Вот их сколько штук. Поэтому будем надеяться. Ну, ультраредкая должна выпасть. И уровни, очки. По 2 штуки, это точно. Ну, посмотрим, ребят. Будет известно позже, как говорится. В общем, все, ребят. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии по поводу видосов. Там нравится, вам не нравится, что мне еще делать, какой контент. Обязательно рекомендуйте. Я все прочитаю, все читаю, все, что вы пишете. Мне все это очень важно, ваше мнение. Поэтому вот так вот. Спасибо, что смотрели. Это был выпуск по ревайкам. С вами был я, Колян Дит. Всем удачи, всем пока.